Этот китайский конструктор был приобретен несколько лет назад. И вот только дошли до выкинуть его. Знаменитый автомобиль Генри Форда. Вот такой, да. И вот таких вот мелких частей всяких. Вот такие маленькие вот части. Инструкция. Части. Инструкция, да, она на двух листах. На одном с двух сторон. Ну да. Детали очень мелкие. Вот в таких железных. Если кто-то хочет этим заниматься, надо иметь инструменты ювелира. Да. То есть на глаз вот этот глупо одевается, и всякие щипчики. Но мы обошлись ножницами, маленьким ножичком и щипчиками для бровей. Ну, тут еще паста, ручка, чтобы сгибать колеса. Ну, все, в общем, подручные материалы. Практически завершаем. Ну, вот получается вот такая моделька. Да. Время ушло приблизительно около 3 часов. Сейчас я забираю последнее колесо. Блин, а какое же я его забирала? Где же я должна была загнуть? Вот. Куча нервов еще. Они вот так вот вставляются. Вот так вот, эта маленькая деталька. Ну не разбирай, потом опять не наденем. Вот такая маленькая деталька одевается на штырьки. Загибается. Эти штырьки загибаются, либо прокручиваются. Да, нервная система загибается при сборке этого конструктора. Да. Так. А, вот он. Вот, вот такое маленькое колесо. Одевается сюда. И собирается. Да, теперь оно не очень одевается. Сейчас я поправлю. 4-1. Вообще очень мелко, очень муторно. Этот конструктор 100 лет лежал, ждал своего часа. Ну, 100 лет, но 10 лет точно. Если бы коронавируса не было, и он бы еще 100 лет лежал. Так, теперь как? Теперь надо вот эти штырьки вверх загнуть, да, и куда-то вставить. Ну, тут. О, а куда их вставлять? Ну, там же есть. Вот. Вот сюда вот. Вот такая машинка у нас получилась. Все железное. Ну не знаю, надо какие-то ювелирные эти иметь инструменты, потому что очень трудно собирать просто руками. Угу. Ну так прикольно, кстати. Даже написано Форд. Фокус. Ну да. Форд Фокус.